Похоже, карьера торговцев овощами нам все же не грозит. Мы получили большое количество откликов в ответ на наш предыдущий ролик и слов поддержки от людей как знакомых, так и незнакомых. Мы этому очень рады. Мы приняли свое решение. Мы будем продолжать делать для вас наши ролики. И я очень надеюсь, что они вам понравятся. По крайней мере, я гарантирую со своей стороны, что вот этот ролик, который вы сегодня увидите, он не последний. Всего вам доброго. Смотрите нас, подписывайтесь. И главное, оставляйте свои комментарии. Они нам очень важны. Тому, кто пьет чай. Когда мы отснимаемся, ты сможешь подойти и выпить этот чудесный напиток. Чудесный напиток лузеров. Да. Да. Заодно заберем 3-литровую банку икры. Тебе придется ремонт делать опять. Давайте. Так, что, все, можешь начинать? Да, начинай. Мы выбросим. Отлично. Готово. Все пишет, да? Угу. Раз, два, три. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня на нашем канале очень необычный выпуск. А необычен он тем, что мы с нашим уважаемым ведущим Леонидом Москалевым поменялись местами. А почему же это произошло? Произошло это потому, что вышла в свет очень интересная книга Леонида, которая называется «Рельсы Соловецких островов». И теперь я хочу поспрашивать его о том, как он написал эту книгу, как ему это вообще удалось, что это за книга, чем она интересна для читателей, ну и все такое. Здравствуйте, здравствуйте. Да, поприветствуем Леонида. Скажи, пожалуйста, Лень, вот твоя книга ждала выхода целых 10 лет. А что случилось? Почему так долго? Почему ты не смог издать этот труд раньше? Ну, причины совершенно банальные. Это финансовые и организационные. Как обычно. Бывают, рукописи лежат гораздо дольше, и, к глубокому сожалению, это судьба почти всех книг, да и ты сам знаешь по своим книгам, почти всех книг, посвященных историко-технической тематике, особенно транспортной и особенно железнодорожной. Если вот эта книга все-таки будет первой ласточкой вот нового прорыва, это будет очень хорошо. Я знаю, что еще не менее 10 книг моих коллег, прекрасных авторов, прекрасных специалистов в области истории железнодорожного транспорта, также ждут своего издания. Образовалась некая очередь. Mm-hmm. И дай бог, чтобы эта очередь была все-таки, наконец, продвинулась. Ну, смотри, вот если брать мои книги, да, там тоже получается, что они были изданы через 10 лет после событий, которые в них описаны, да, тех экспедиций. Вот, но тут смысл был какой, что материал был неполный. И в последние годы я, порывшись в архивах, материал этот дополнил. И когда он стал уже, ну, на мой взгляд, достаточно объемным, исчерпывающим и интересным для читателя, тогда книжки вышли в свет. А у тебя 10 лет назад уже весь этот материал был или нет? В принципе, был. И общее время работы над книгой заняло, наверное, полгода. Mm. Ну, может быть, книгой ее назвать можно с большой натяжкой. Это брошюра в твердой обложке, там 74 полосы всего-навсего. Но зато они достаточно насыщены. Поэтому работа над ней большого времени не заняла. Понятно. Смотри, а Соловецкие острова на самом деле очень интересное место. Да, оно ассоциируется с двумя как бы темами. Это лагеря и монастыри. А вот что тебя побудило написать эту книгу? Тебе интересен был именно краеведческий аспект островов или желание исследовать узкоколейку?
Ну, может быть, это не очень хорошо покажется с точки зрения вот общепринятой модели подхода вообще ко всей истории Соловков. Она достаточно стандартная. Мы говорим о географических каких-то вещах, мы говорим о политических вещах, о трудных временах, о начале вот этих самых репрессий, о зарождении ГУЛАГа. А технический аспект, он остается в стороне. Он практически не исследован. Практически не исследован, хотя о нем пишут достаточно много, есть много блогов, и, в общем, только ленивый не перепостил одни материалы в другие. Вы можете на сегодняшний день, зайдя в интернет, получить большую картинку, которая что-то вам расскажет про Соловецкую железную дорогу. Но, во-первых, она, не структурирована, во-вторых, там столько домыслов, которых не было на самом деле. Когда шла работа над этой книгой, я все-таки попытался все известные факты сопоставить, проанализировать и дать все-таки, наконец, вот ту самую правдивую справку. А если выяснятся еще какие-то дополнительные факты, это всегда можно будет дополнить, но я думаю, что это мизер. Ну, про Соловки действительно написано очень много различных книг, да. Понятно, что ценность твоей книги именно техническая часть, именно узкоколейка. Вот. А есть еще какие-то вещи, которые ты вот видишь, в чем твоя книга отличается от всего остального написанного про эти острова? Мне хочется думать, что я в истории техники Соловков поставил вот эту победную точку. То есть еще, может быть, какой-то постскриптум можно будет дописать, он выяснится. Но все основные вопросы, наконец, разложены. И это скорее моя статистическая заслуга, вот эта аналитическая, а вовсе не поисково-историческая, потому что просто эти факты были сопоставлены, сведены, плюс у меня достаточно много архивных материалов у моих друзей, коллег, соратников по увлечению. И важно было все вот это собрать и сорганизовать. А вот когда и откуда ты узнал вообще первый раз о том, что на Соловках была узкоколейка? Вообще это довольно интересный момент. Я работал, когда я переехал в Санкт-Петербург, я попал на работу в Центральный музей Октябрьской железной дороги, вот музей на Балтийском вокзале, нынешний он является его правопреемником. И, собственно, основная часть коллекции, сейчас существующей, она именно собиралась под эгидой Центрального музея Октябрьской железной дороги. То есть два музея существовали в Петербурге издавна. Я там работал, и в том числе у них был вагон-музей, который разъезжал по всей сети Октябрьской дороги, также вот как вагон технической пропаганды, допустим, был вот такой очень интересный вагон-музей. Поскольку там шла речь о железнодорожной системе Северо-Запада, всего как такового, я совершенно неожиданно обнаружил там небольшой стенд, посвященный Соловецкой железной дороге. Причем, к моему глубокому сожалению, там были минимальные факты, и была приведена ксерокопия рисунка с этой Соловецкой железной. То есть фотографий там никаких, естественно, не было. Да, но рисунок был интересен, он был аутентичен, он был сделан каким-то художником-заключенным. И достаточно интересно читалось. То есть я помню, что на первом плане была изображена цистерна. Ну, коряво, но видно, что вот это цистерна. Вот так я об этом узнал. Я сожалею до сих пор, что потом, когда производилась реэкспозиция, этот рисунок исчез куда-то. Я так до него и не добрался, потому что упоминание о цистерне в списке подвижного состава есть, но ее внешнего вида нигде найти не удалось. Так этот эскиз все-таки давал бы представление. То есть вот эта вот маленькая точечка, она не поставлена. Ну, на самом деле, да, потому что маловероятно, чтобы человек рисовал просто из каких-то фантазий, да, скорее всего, находясь там, он рисовал то, что он действительно видит. Во-первых, то, что видит, во-вторых, видимо, чтобы занять себя чем-то в какой-то момент редкого досуга. То есть это вот то, что мы называем живыми свидетельствами. Слушай, а больше вот таких живых свидетельств не удалось найти никаких? Потом на острове удалось, я об этом расскажу, естественно.
А вот, вот это первое упоминание. Дальше эта тема стала интереснее, и постепенно набирались материалы. Было известно, в том числе из воспоминаний академика Лихачева, несколько отрывков у него есть, значит, книга, посвященная тому, как он отбывал срок на острове. Там есть упоминание, там упоминалось о том, что это бывший состав Новгородской узкоколейной дороги. Кроме того, были архивные подтверждения у моих коллег. И тогда начал складываться вот этот первый пазл. Понятно. А вот смотри, ну, на самом деле остров-то он не такой большой, да, и узкоколейка не такая большая. Как ты считаешь, действительно имел смысл посвятить ей целую книгу? Или, может быть, это могла быть какая-то глава в каком-то более фундаментальном издании? Скажем так, если из этого делать научную статью для какого-нибудь серьезного журнала, то формат слишком велик. Если делать из этого пространную книгу, почему я и говорю, все-таки брошюра в твердой обложке, хотя ну, это нормальный современный формат издательский, то вот для большой книги это, конечно, маловато. Это вот такой промежуточный формат, который, на мой взгляд, вполне соответствует. То есть для статьи тут многовато. Что касается острова, это не такая маленькая территория. Если очертить береговую линию и попытаться по ней пройти полностью, ты накрутишь порядка 300 километров. Поэтому за один день, допустим, остров не обойдешь, и местные жители, как правило, на несколько дней, если им нужно на другую сторону острова, допустим, на рыбалку там или по каким-то хозяйственным делам, потому что основная жизнь сосредоточена на юге, вот у бухты. Ну и на север тоже, конечно, ходят на своих лодках. Это занимает день-два, это достаточно серьезно. Что касается самой дороги, да, несколько десятков километров, если собрать развернутую длину путей, то, в принципе, это нормальная железная дорога. Если взять какой-нибудь немецкий аналог, нам хорошо известный, то это также вот ложится в такой формат. То есть получается, что ты, что книга, как бы материал книги собирался из каких-то архивных источников, да, вот из поездки на место, где ты что-то смог найти, рельсы там, я так понимаю, да? Вот, и опросы местного населения, да? Но я так понимаю, что, естественно, очевидцев-то непосредственных уже быть и не могло, потому что это было очень давно. Практически да, но нам очень повезло. Мы нашли местного неравнодушного человека, ну, собственно, тоже наш знакомый, Сергей Маркович Заварзин. У него очень длинная история, и выяснилось, что его дед был смотрителем вот этого маяка на Секирной горе. То есть это династия, которая прожила на Соловках, то есть его туда не арестовали, там, он там никого не охранял. Исконные местные жители. Исконные местные жители, это вот такая местная ветвь. Поэтому, естественно, благодаря нему тоже начали вот какие-то связи, можно было найти кого-то, кто что-то о чем-то помнил. Ну да, это я знаю и по опыту своих экспедиций, потому что раньше было проще найти ветеранов транспорта, много было еще в живых и паровозников, кто вспоминал про паровозы, про узкоколейные дороги, про тепловозы. Чем дальше время бежит, тем меньше находится уже очевидцев. Очевидцы практически пропадают, они уже не доживают до этих времен. Ну, я могу сказать так, что благодаря вот этим местным людям совершенно по-другому направление поиска. Во-первых, так или иначе, остров все равно, хоть и большой, но небольшой, все слышали, все знают. Любая экспедиция, которая туда приезжала, любая киносъемка, кстати, наше прибытие еще совпало с съемкой кинофильма «Раскол». Ох. И я там в 14-й серии снялся в роли стрельца, стреляющего из пушки, ну... Наверное, секунды две этот кадр длится, но, в общем, еще и в роли киноактера себя попробовал. Они сразу точечно указали какие-то места. То есть, когда я сказал, что мне интересны рельсы, так или иначе, у людей есть гаражи, какие-то показали рельсы там есть. Потому что кто-то там как наковальню использовал, там показали совершенно прекрасные тиски, которые явно еще дореволюционного производства, вот такие вот огромные, то есть вот такой артефакт. Какие-то костыли, кто-то помнил места, где она проходила, а вот мы мальчишками там ходили за грибами, наткнулись на рельс. Значит, поехали туда. Поэтому вот эти наколочки, они уже стали более направленные. Слушай, ну а рельсы действительно, как бы там клейма были какие-то, попадались? Вся проблема всех предыдущих экспедиций, что, как правило, ими занимались историки, то есть лирики.
а мы с тобой физики. Поэтому первое, что я сделал, когда собирал вещи, отправляясь туда, я взял рулетку, я взял штангенциркуль и средство, чтобы все это записать и замерить. В книге описано это, ну, внесен такой немножко детективный жанр, то есть вот у нас несколько рельсов, кто же из них вот этот рельс-убийца, да? Угу. Вот, поэтому по результатам натурных обмеров и сравнению тому техническому описанию рельсов, которые описывались еще в альбоме «Новгородской железной дороги», откуда вот все это было привезено на Соловки, удалось один-два рельса идентифицировать точно, что вот, вот эти рельсы лежали. С Новгородской дороги. Да. Вот по всем характеристикам они совпадают с точностью до долей миллиметра. Посещение Соловков дало еще несколько очень интересных бонусов. Ну, во-первых, как выяснилось, Соловки – это остров наоборот. То есть, если представить, там проходит несколько климатических поясов. Соответственно, у нас вот эта тундра, то, что вот выше полярного круга или у полярного круга, а ниже у нас тайга. Вот то, что на самом деле у нас в Санкт-Петербурге, это же тоже уже таежный пояс считается. Да. Так вот, на Соловках все наоборот. Тундра там на юге, там карликовые березы растут, да. Песчаные такие вот дюны, не дюны, но в общем полянки. А на севере там наоборот. Раз лес, да? Да, там вот этот лес, непроходимые болота, там именно вот та самая тундра. И связано это вот с течениями морскими, которыми проходят, поэтому все получается с точностью да наоборот, это очень интересно. Другой момент тоже, который мне сильно запомнился, это вот уфологи любят говорить, когда мы говорим о египетских пирамидах, но когда ты смотришь на башни Кремля, которые сложены основания вот почти доверху из камней, огромнейших камней, вот эта мысль о том, что прилетели инопланетяне, их вот один на другой ставили, как это ставили люди без каких-либо инструментов, я думаю, с этим сейчас строительная организация не справится. Сейчас-то точно. Это... Я рад, что наши экспертные оценки сходятся. Это, конечно, восхищает. И третье, может быть, это самое важное, это люди. Там вот тот самый какой-то поморский характер. То есть это какая-то умиротворенность, успокоенность. Вот, как бы сейчас сказали, стрессоустойчивость бешеная. На острове нет шпаны от слова совсем. Там очень бережное отношение к детям. То есть я имел увидеть и убедиться. Детский садик, ходит воспитательница. Если кто-то идет мимо житель, там что-то он помогает. То есть вот все лучшее детям, да, это на самом деле. Хотя какая-то, наверное, определенная тяжелая аура там существует. Дело в том, что, ну, Соловки всю жизнь, еще до всяких большевиков, всегда был тюрьмой. Это место ссылки. Место ссылки, кто там только не значился еще с древних царских времен, там еще с Ивана Грозного. Самое-то интересное, что монахи имели такое послушание, они были тюремщиками. Даже так. То есть послушание тюремщика было у монахов Соловецкого монастыря. Ну, давай теперь поговорим непосредственно о самой узкоколейке. Вот скажи, пожалуйста, в каком году ее открыли? Я забыл, надо у Москалева почитать. Ну, почитай у Москалева. Вообще история очень интересная. Правильное движение. Первый грузовой поезд пошел, если память не изменяет, в августе 1924 года. Этому предшествовали следующие события. То есть не нужно думать, что вот этот лагерь был создан осознанно, каким-то планированием перспективным. Получилось все несколько по-другому. Дело в том, что перед тем, как в этих местах установилась советская власть, там бесчинствовали английские интервенты. Вот оно что. И сохранились свидетельства, я даже видел большой фильм, когда всех сочувствующих красным буквально прибивали гвоздями. И рядом есть такое место уже на материке, там был устроен именно англичанами первый концентрационный лагерь. По свидетельствам даже забивали гвозди в глаза тем, кто сочувствовал большевикам. И вот этот опыт интернирование, создание лагерей, большевики просто взяли. Скопировали. В этот момент, вот с момента установления советской власти на Соловках, там был монастырь.
Он как был, так и был. Причем монастырь воспринял советскую власть как божью данность. Вот так вот. А потому что прошла реформа. Вернули патриарха. Настоятель монастыря был выбранным лицом. То есть, по сути, был монастырский совет. Соответственно, монастырь был реорганизован. Его закрыли, но все там присутствующие организовали колхоз Соловецкий. Но поскольку вот это уже социалистическая система хозяйствования, когда не мое, началась некая ерунда. И вот буквально перед приходом, приездом специальной комиссии, которая как раз вот занималась расследованием зверств интервентов и вообще что делать с этим краем, кого из участников белого движения арестовывать, куда девать. Нужно понимать, что гражданская война заканчивается. У Красной Армии имеется определенное количество военнопленных, их где-то нужно содержать. Колхоз Соловецкий доработался до того, что буквально перед приездом комиссии они умудрились спалить монастырь. То есть, когда я сейчас слышу, что большевики приехали и сожгли, это вранье. Поэтому вовсе не вот эта комиссия спалила монастырь, как сейчас очень любят говорить, а это вот результат раздолбайства. Я читал большой отчет подробный по поводу вот этого пожара. И из него, в общем, в итоге так и не выяснено. То есть вроде какой-то монах, причем который, значит, был и ранее замечен в некоторых... Хулиганствах. Хулиганствах, да. В общем, огромный такой культурный удар был нанесен. Ну и понятно, что когда эта комиссия приезжает, первое, что происходит, вот все готово. Убежать с Соловков нельзя. Итак, первая вот эта партия заключенных, это, по сути, пленные белогвардейцы. Mm-hmm. Или лица с ними сотрудничающие. Но дальше выясняется, что с этим надо что-то делать. Есть монастырское хозяйство. Значит, колхоз Соловецкий расформировывается, все это передается под ОГПУ. Надо дальше организовывать хозяйство. На все хозяйственные должности принимают вольнонаемными бывших монахов. Причем расчет очень простой. Если у тебя завхоз монах, у которого принцип нестяжания, он ничего не украдет. Но дальше возникает новый вопрос. А как вообще со всем этим быть? Есть механический завод, есть кожевенный, есть судоверфь, значит, нужна рабсила. Дальше вот появляется эта новая идея трудового перевоспитания. Значит, вот этих антисоциальных элементов, как их тогда называли, в огромном количестве туда сгоняют. Но поскольку скорость вот этого поступления людей была велика, то на причале скапливается огромное количество груза. То есть постоянно что-то привозят, подвозят, жизнь закипела. Единственным способом решить быстро транспортную систему – это построить узкоколейку. Строится узкоколейка 750-миллиметровая, о ней мало что известно, может быть, что-то из местных материалов, что-то подвезли, которая начинает развозить грузы по ближайшим. Причем она построена за 3 дня в рекордно короткие сроки. Потом ее продлевают потихонечку, это 24-й год. В обратную сторону начинают везти лес. То есть лесозаготовки, дрова, деловая древесина, что-то увозится, что-то остается. Все, узкоколейка начинает оправдывать свое существование. Беда в другом, что там всего десяток вагонеток и практически нечем их возить. В спешном порядке там же на механическом заводе строится мотовоз. Mm-hmm. Мотовоз самопальный, то есть по сути это 2 вагонетки, на которые приделана деревянная рама, а и сверху, как написано и вот как есть на фотографиях, ставится кузов автомобиля «Остин». Говорить сейчас сложно, потому что никакого технического обсуждения. Есть только вот одна очень слабо сохранившаяся фотография, которую надо долго анализировать. Непонятно, это автомобиль или, может быть, это остов броневика, потому что именно «Остин», вот даже Владимир Ильич, вот эти свои тезисы, читал с броневика, построенного фирмой «Остин». Что это было? Может быть, это и броневик. Ну, соответственно, цепная передача на одну ось, и как-то вот что-то этот мотовоз тянет. Этот мотовоз был на 750. Да, конечно. Коль скоро стало понятно, что узкоколейка полезна, но абсолютно, конечно, не справляется, задачи растут, встал вопрос о строительстве более серьезной железной дороги. И тут как нельзя лучше подворачивается вот эта разборка новгородской узкоколейной железной дороги. Собственно, все, что осталось, 2 паровоза, 2 десятка вагонов.
рельсовый материал, все это отправляется на Соловки. Ну и, соответственно, после того, как у них появились паровозы, рельсы, вагоны, уже узкоколейка стала строиться, ну, помимо вот монастырь. Пристань, да, она стала строиться уже в другие направления, правильно? Ну, практически первая линия также шла от пристани и также шла до лесоразработок на озеро Перт. Там их несколько, средний Перт, насколько я помню. Немножко по другой трассировке, но в принципе так и было. А дальше пути начинают развиваться, то есть понятно, что и к заводу надо провести, и кирпичному заводу. Кирпич требуется, потому что строительство жилых помещений, помещений для содержания охраны и осужденных достаточно мало. Надо расстраиваться, надо строить. Строится целый поселок, трудовой городок там в 27-м году. Туда ведется ветка. Параллельно ветка охватывает торфоразработки. Поскольку лес постепенно вырубается, вот туда на север. А, ну, в ведомстве она была к НКВД относилась, да, я так понимаю? Изначально, по-моему, тогда еще у нас АГПУ, НКВД у нас появляется чуть позже. Позже, да. Более того, самое интересное, что когда АГПУ обратилась с требованием, как они, Совет народных комиссаров, выделить им остров под хозяйственной деятельности и под создание лагеря, Министерство юстиции выступало категорически против. То есть эти два ведомства между собой еще боролись. Но в итоге как бы ОГПУ победило, и этот остров был закреплен за ними. Понятно. А вот смотри, сколько паровозов пришло из Новгорода? Тут есть очень интересный момент. На сегодняшний день, как бы свидетельств фактов, а самым главным свидетельством является вот этот фильм «Соловки», о котором я говорил. Дело в том, что там постоянно мелькают кадры железной дороги. К сожалению, фильм, он был на 16-миллиметровую пленку отснят, и качество его не позволяет даже при увеличении, даже если взять пленку из Красногорского архива, не вытянуть. Мы пошли другим путем. Я попросил тоже нашего коллегу, художника Мельникова, и он полностью отрисовал, используя вот эти кадры, поэтому в книге приведены рисованные иллюстрации. Помнишь, в журнале «Техника молодежи» технический рисунок, там, паровоза или вагона, то есть он понимал, что он рисовал. Я в какой-то момент сомневался, правильный ли это формат для книги, но с точки зрения, во-первых, внешнего вида, если ты там посмотришь, ты не сильно отличишь это от фотографий, это реконструкции, это художественные реконструкции. А потом я наткнулся на одну английскую книжку с 1970-х годов, посвященную военно-полевым железным дорогам в Первую мировую войну. И к своему удивлению я обнаружил, что все иллюстрации там рисованы. Ну, на сегодняшний день можно точно утверждать, что паровозов было два. Есть очень расхожая такая тема, которая гуляет в интернетах, что паровозов было три. Причем это уже выдается один у другого передрал, это выдается за данность. Значит, корни этого растут в следующем. В воспоминаниях академика Лихачева написано, что окно нашей камеры выходило на Соловецкую, на СолЖД, где ходило 2-3 паровичка. Понятное дело, что даже глядя из окна камеры, ну и плюс не являясь любителем железных дорог, что там можно любить, когда ты в заключении находишься? Наверное, нечего абсолютно. Ты особо сильно на эту тему, ну было, да, было 2-3 повара, было 2-3 паровичка. Да, да. Это первый момент. Соответственно, вот появилась эта цифра 3. Нет нигде подтверждений. То есть в августе пришел первый паровоз, он мелькает на кадрах, на подъеме мелькает второй паровоз. Соответственно, это новгородские паровозы серии ВА, значит, с номером 10 и с номером 13. Вот эти два паровоза есть. Третий паровоз – это уже следы домыслов. Нет его нигде. Опять же, есть прекрасный отчет, то есть на Соловках еще издавался и свой собственный журнал. Чем интересно проследить его судьбу. Чем дальше вот эта система развивается в ГУЛАГ, тем больше он становится художественным и меньше техническим. То есть в первые годы там интереснейшие статьи. Там технические отчеты, потому что посадили людей, которые занимались там биологией, зоологией, техникой, чем-то еще. И они продолжают в этот журнал писать то же самое, что раньше они писали в академический.
параллельно какие-то исследователи, параллельно писатели. Но вот уже к 30-м годам, если ты возьмешь последнюю подшивку, там вообще никаких технических описаний. Там уже идет сплошная вот лирика, беллетристика, ну, определенного характера. А вот эти первые номера, и там есть статья инженера Смирнова, который вот был заключенным и, соответственно, строил эту узкоколейную железную дорогу с очень подробным техническим отчетом. Есть у меня некоторые сомнения в очень высоком уровне инженера Смирнова. То есть, видимо, это вот, ну, не из первых лиц был человек туда попавший, потому что есть определенные огрехи, плюс это могут быть огрехи набора, там это можно поправить. Но даже он жалуется на то, что главной проблемой узкоколейки была катастрофическая нехватка кадров. То есть на момент ее строительства и эксплуатации на Соловках еле-еле можно было наскрести два десятка адекватных людей, которые могли управляться именно с паровозами, адекватных вагонами. Кадров, да, потому что кадров-то, наверное, туда привезли немерено. Я думаю, что нет. Да? Я думаю, что в этот момент, все-таки учитывая развитие страны, инженер был востребован и сажали его в последнюю очередь. Ну, может быть. Или сажали тогда, когда где-то нужен был инженер. Да. Да, все-таки в основном речь идет о неквалифицированной рабсиле. Валка леса, что-то еще. Да. А вот именно для обслуживания железной дороги все-таки нужны достаточно обученные кадры, ну, по крайней мере, знакомые с тем, что происходит. Слушай, ну вот как ты думаешь, эффективно все-таки была эта дорога, да, имел смысл в ней какой-то? Вот это сложный вопрос, я не экономист, но и не разобрался до сих пор, потому что все в один голос сейчас твердят, что это было неэффективно. Инженер Смирнов приводит таблицу, дебет и кредит, да? Соответственно, сальдо отрицательное, но отрицательное сальдо за год составляет 480 рублей при общем объеме вот этих цифр, миллион с чем-то. Не миллион, нет, по-моему, там... сотни тысяч, ну, сотни тысяч. Ну, то есть, когда ты сравнишь две эти цифры... Получается, что она была в ноль, грубо говоря, по-хорошему. И утверждать, после глядя на эти цифры, я сейчас уже не понимаю, что такое 400 рублей в тех деньгах. Но утверждать, что она была настолько убыточной, что это было, по-моему, очень много и в то время, ну и вообще при принципе социалистического хозяйства, что-то выходит в ноль. Поэтому я думаю, что она оправдала свое существование полностью. Я не согласен с мыслью, что она была убыточна. А сколько лет она просуществовала? До войны или раньше? Здесь тоже очень интересно. Дело в том, что, как я уже говорил, Соловки оказались вот таким вот моделью СССР во всех его проявлениях. То есть своя армия есть. Свой Кремль, свое правительство есть, свои деньги есть, свои театры есть, свой транспорт есть, своя промышленность есть, свое сельское хозяйство есть. Дальше произошло следующее. Впервые это хозяйство попытались перевести на хозрасчет. То есть попытались заинтересовать людей работать лучше. Чем можно заинтересовать человека, который находится в заключении? Который сидит. Сокращением срока. И была выдвинута на тот момент блестящая иезуитская идея, что если ты перевыполняешь план, тебе день идет за два. А вот если ты его не выполняешь, ты поражаешься в правах. Таким образом, что происходит? Если ты молодой, плечистый, речистый, ну попал ты там, поиграл ножичком там, или анекдот про советскую власть рассказал, выполнил ты норму, ты в два раза быстрее свой. И каждый год собиралась комиссия, значит, ну, при этом ты еще заявил, что ты перевоспитался, почитал какие-нибудь труды Ленина, да, и ты уехал оттуда спокойно. А вот теперь ты уже вот человек возраста, кто-то сказал, а вот он там, белая редиска, то есть все. Ну и как ты выполнишь план? То есть происходит жесткий звериный отбор. Все сильные, плечистые, речистые совершенно спокойно оттуда уходят, или полезные люди. А все не адаптировавшиеся, именно не привыкшие вот к такой тяжелой жизни, они просто умирают. Вот для этого остров Анзера существует. Там устраивается больница. Он и не погибнет на торфоразработках или лесоразработках. Да, вот этот дедушка поднял бревно, потому что надо что-то делать за пайку. Заработал грыжу, отправили его туда. Ну, собственно, благополучно он там. Ну, тогда понятно, почему на Анзере не нужна была узкоколейка. Конечно. Потому что не для этого он существовал. Нет, это было, то есть оттуда возвращался мало кто. Понятно. Ну, так и все-таки до какого же года просуществовала узкоколейка-то?
Опять увел ведь в сторону вопрос. Так вот, система эта ГУЛАГа, вот после того, как была внедрена вот эта вот система мотивации, она на какой-то момент показала свою эффективность. То есть резко повысилась производительность труда, польза есть, заключенные тоже сами себя, условно говоря, обслуживают, то есть на их содержание не надо тратить денег, строятся какие-то задачи. То есть эта модель начинает развиваться. И Соловецкий лагерь начинает развиваться. То есть то к 30-м годам, когда мы говорим, что это вот Соловецкий лагерь особого назначения, имеется в виду вовсе не остров Соловки, а огромная территория вокруг. Там 60 тысяч заключенных в общей сложности, из которых на Соловках-то несколько тысяч. То есть все это начинает развиваться, и эта система, вот это зарождение ГУЛАГа, оно начинается по всей стране. Значит, раз система развивается, и задачи ставятся уже глобальные. На Соловках-то, ну что там, ну давайте кожи выделывать, что-то еще. Все, Беломоро-Балтийский канал рядом и впереди. Соответственно, в 1932 году начинается это строительство. И все маломальски годное, потому что система работает, этих ударников куча. Всех отправляют на Беломоро-Балтийский канал. Соловки пустеют. То есть Соловки просто стали не нужны, получается. Некого, всех кинули. Ну да, всех, как все, это? Силы направлены, все силы брошены на Беломоро-Балтийский канал. Понятно. Причем там тоже ударная стройка, и по итогам строительства почти все там чуть не с орденами освобождены. Потом новых набрали, да, вот эти следующие репрессии происходят. А эти все уходят, и тот же Дмитрий Сергеевич Лихачев, ударник Беломоро-Балтийского канала, если я не ошибаюсь, он тоже, так сказать, отпущен раньше. И уже больше, ну, слава богу, этого человека никогда больше к этому не привлекали. Ну и смотри, получается, узкоколейка последовала вслед за заключенными на строительство Беломорканала или неизвестно? Именно так и произошло. Причем система очень интересная, значит, на острове оставляют, ну, практически речь идет о том, что там просто будет тюрьма. К этому времени Берия становится наркомом НКВД, и, собственно, вот эти приказ о расформировании Соловков подписан им. Все полностью пересылается на строительство Беломоро-Балтийского канала. Система не такая, как потом, позднесоциалистическая, все учитывается до последнего болта. Поэтому все до последнего костыля собрали, погрузили и отвезли на Беломоро-Балтийский канал. Все, что еще могло пригодиться. Это, кстати говоря, и я сам задавал вопрос, ну почему же так мало артефактов? Ну, путь обычно снимают хотя бы костыли. Ребята в этом случае даже костыли вынимали. Слушай, ну на самом деле в 30-е годы все было дефицитом, и мы несколько раз ездили по следам узкоколеек, разобранных в 30-х годах. Ну вот, например, последняя экспедиция была в Тверскую область, это Красицкая узкоколейка. Ну не 30-й, 27-й год разборки. Такая же ситуация. Ни рельса, ни костыля, ничего не оставлено. То есть подобран, металл подобран весь полностью. Ну вот что касается более поздних времен, я бы сказал так, если бы не перестройка и вот дальше вот эта вот всеобщая металлозаготовка страны для братских соседних республик, до сих пор бы все так и можно было бы по лесам найти. Совершенно точно. Но в те времена, о которых мы говорим, там немножко другое. Да, еще действовал вот так называемый большевистский учет и контроль. А куда конкретно вывезли, неизвестно? Я, честно говоря, даже не занимался до конца этой темой. Есть фильм по строительству Беломоро-Балтийского канала. Там в кадрах тоже мелькает паровоз, его можно идентифицировать. Потому что вот я читал, что была под Медгорой Ваншазерская железная дорога. Она была как раз такой же колеи, как и Соловецкая, как и Новгородская. И вроде как там были такие же паровозы. То есть, скорее всего, туда, наверное, и перевезли их, да? Я думаю, что ведь там не так далеко и до Ярослава-Архангельской дороги. А в свое время, когда Новгородскую еще только начали расформировывать, часть подвижного состава, и в том числе несколько паровозов, отправили и туда. То есть могло и с Ярослава-Архангельской туда попасть. Могло, да? не занимался, честно. Это надо, конечно. А смотри, Соловецкую все-таки в каком году? 32-й год. А, и ту построили в 32-м году, так что может быть. Может быть что-то, но нужно говорить о двух паровозах, поэтому может быть это и так.
Может быть, это и так. Но, честно говоря, если вот такую длинную... Я все-таки занимался не историей паровоза и не историей подвижного состава, а именно вот этим вот отрезком. И получилось очень интересно. То есть в кратчайшие сроки железную дорогу построили на Соловках, и в столь же кратчайшие сроки ее разобрали. Ясно. Так, ну, что сейчас на месте Соловецкой дороги, это уже понятно, это уже прозвучало у нас, да, туристы, то есть осталось только, осталась насыпь, да, сам я по ней на велосипеде ездил, смотрел, ничего там не нашел. А вот, Лень, твои какие ощущения? Ты же ходил по насыпи, да, там, вглубь острова, прошел ее всю, да? Ну, вот у тебя какие ощущения были? Вот что-то тебе, ну, чем-то это место, что-то навеяло, может быть, какие-то... мысли какие-то, может быть, что-то ты представлял там, да, как ходили поезда. Пожалуй, я совместил, как говорят, неприятное с бесполезным. То есть я с огромным удовольствием вообще окунулся в природу острова, совершенно с удовольствием познакомился со всем окружающим, расставил какие-то точки. То есть все, что я представлял, вот то, о чем ты говоришь, вот здесь ездили паровозы или что-то, это произошло в моей голове гораздо раньше. И в данный момент вот скорее, ну просто прошел, убедился, да, похоже так. Каких-то особых эмоций у меня это не вызвало. Единственное, наверное, ощущение мое личное, но это вот не входит ни в какие вот эти тренды современные, а я бы там возродил эту узкоколейную дорогу. То есть ты думаешь, было бы это... Нет, ну то, что это было бы интересно нам, это понятно. Понятно, да? Что это заповедник. Конечно, было бы интересно. Туристов очень много. Также развиваются и гостиничные комплексы, и в частном секторе есть частные гостиницы, небольшие коттеджи сдают. То есть там это организованные велосипеды дают в прокат, и лодки. То есть это все есть. И практически у любого камня это какой-нибудь объект интереса, да, как обычно. Говорят, пытаются на этом и денег заработать, какие-то вот эти киоски с сувенирами. Там все востребовано. На мой взгляд, ну, хотя бы, может быть, вот просто поезда, установленного на кусок пути, там очень не хватает для понимания этого острова. Ну, а если восстановить в большом, как бы, ну, я имею в виду в большом масштабе, в плане, что довольно протяженную, чтобы возить туристов вглубь острова, ну, несколько, как ты думаешь, километров, это было бы интересно? Может быть. Мне кажется, это было бы... У нас там среди озер идет, тоже красивое место. Мне кажется, да. Это было бы безумно интересно и безумно правильно, но вот эти наши законы об охране заповедников и территории, я думаю, чтобы такое дело провести, это тебя груз согласования, это не 10 лет потребует. Либо нужна воля, так сказать, нужных людей. А скажи, ну а если делать не именно музейную дорогу, а просто какой-то памятник, что-то на отрезке пути, вот что бы ты поставил в качестве постамента? Паровоз, конечно, просится. Объясню, почему. Это со всех точек зрения. То есть на тот момент паровоз – это технический символ. На тот момент это, в общем-то, да даже песня «Наш паровоз вперед летит», ну, она, да, в общем, по мотивам гражданской войны, или там «Мы мирные люди, но наш бронепоезд». Все это же довоенные песни, насколько я помню, они навеянные. То есть паровоз – это вот такой символ эпохи. Узкоколейный паровоз – тоже символ определенного узкоколейного мышления в некоторых областях. Поэтому я думаю, паровоз. Но как это сделать? Ну, может быть, кто-нибудь когда-нибудь. Итак, вернемся теперь к первому вопросу. Скажи, пожалуйста, а вот 10 лет назад, когда ты набрал необходимый материал, ты уже хотел написать книгу? Да. И вот 10 лет у тебя зрел этот план, ждал подходящего момента, да? Ну, наверное, все хотели бы услышать такую душещипательную историю, как 10 лет автор ходил, обивал пороги, там что-то пытался сделать. Как раньше, пороги и... редакции. Да, 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 да. И тут вот все эти черные силы сошлись, они мешали, на пути попадались одни... Опять слово забыл, только матерное в голову приходит. Нельзя. У нас все-таки передача. Мы же с вами цивилизованные люди. Да, передача у нас культурная. Ну, в общем, как это, меня переполняли эмоции. Вот такую замену найдем.
На самом деле это не так. То есть после посещения Соловков книжка, как я говорил, сложилась достаточно быстро. И просто нужно было вот совпадение каких-то общих обстоятельств. Конечно, я надеялся, что пройдет год или два, и она выйдет. Но, к сожалению, прошло 10. То есть вот этой точки совпадения обстоятельств пришлось ждать несколько больше. Но как только появилась возможность, в чем, кстати говоря, опять огромное спасибо товариществу историков российских железных дорог, потому что, собственно, финансовая инициатива вышла с их стороны, то вот эта команда, которая давно уже как это, спящая ячейка, она тут же проснулась и очень быстро все необходимые работы выполнили. То есть художники прекрасно отработали. Вот Иван Борисович Мельников, который делал вот эти реконструкции, наверное, справился со своей работой за месяц. Михаил Львович Кученев, который работал над обложкой, над общим стилем, тоже, в общем, в течение месяца все это сделал. Параллельно была начата верстка книги. Еще один очень известный человек, Владимир Боченков, провел техническую редактуру. И от момента возможности, наступления возможности издать эту книгу и до ее издания прошло меньше 3 месяца. В общем, одним словом, когда появилась такая возможность, ты вспомнил про вот этот вот замечательный материал и быстро воплотил все это в жизнь, правильно? Согласен. Дело в том, что вообще, я так скажу, бойтесь озвучивать свои идеи, потому что раньше или позже их где-то там услышат, поэтому конкретизируйте. Потому что все сбудется раньше или позже, все, что вы наметили. Лень, скажи, а ты сам читаешь, перечитываешь потом свои книги? Или ты написал вот и все? Есть два момента. Первый момент заключается в том, что, конечно, ну, наверное, тебе знакомо это чувство, ты горишь идеей. Да. В какой-то момент ты можешь перегореть. Вот чтобы не перегореть, эту идею нужно отпустить и оставить. То есть, когда ты понимаешь, что вот все не срастается в твою сторону, ты просто плавно эту идею отпускаешь. Ну, это я так говорю умно, а на самом деле-то все это гораздо сложнее. О ней забываешь. Я вообще люблю свои вещи. Я вот макетов много строил. Mm-hmm. Когда ты построил макет, ты смотришь и думаешь, что ж ты такой настроил? Вот. Месяца через 3 очень хорошо забыть, больше на нее ни разу не смотреть, потом посмотреть свежим взглядом. Потому что ты уже всех вот этих косяков, которые ты допустил, каких-то вот этих компромиссов, ты о них уже забыл, ты уже смотришь на результат. Как человек, недавно взявший в руки вот этот вот пахнущий еще типографской краской экземпляр, я не могу эту книгу просмотреть как сторонний читатель. Я сразу условно вижу все косяки. Поэтому, конечно, целостные вот оценки своего труда я дать не могу, ее могут дать только читатели. Замечательно. Ну и вопрос напоследок. А было ли что-то в экспедиции на Соловки такое интересное, что не вошло по каким-то причинам в эту книгу? Ну, можно было рассказать и там, но это не формат. Первое, меня безумно поразило Белое море. Самое большое ощущение – это чистота. Белое море, оно, во-первых, очень соленое. Благодаря чему там сильно, вода очень прозрачная, она вот такая серо-стальная, голубоватая, в зависимости от того, как светит солнце, как отражается небо. Но она очень прозрачная. И когда я попал на южную часть острова, а напомню, что это было начало июня месяца, вода плюс 12. Я понял, что я оттуда не уеду, не искупавшись. Мои соратники сказали, что ты сбрендил, ты сошел с ума, ты же не морж. Я тут же разделся, пошел в воду. Но тут меня ждала другая неприятность. Там нужно пройти километр, чтобы хоть как-то окунуться. Вот я иду, по колено, песчаное дно прекрасно, но я понимаю, что я уже не чувствую своих ног. Я просто рухнул на брюхо, окунулся, и в этот момент я почувствовал вот такую благодать. То есть вода действительно снимает какие-то вот стрессовые, какую-то энергетику, хотя я как материалист в нее не верю, состояние прекраснейшее. А второе воспоминание заключается в том, что, собственно, нам предстояло трассу пройти пешком, но поскольку вот этот местный житель, который проникся нашими проблемами, наш друг Заварзин Сергей Маркович, он сказал, а зачем, можно же ездить. И выгнал из гаража мотоцикл с коляской. И вот мой приятель в этой люльке, я сзади, мы там по этим ухабам
в 2 часа ночи, ночи белые, то есть все фотоснимки, ну да, сделаны. Видно. Самое интересное, что все фотоснимки экспедиции сделаны ночью в 2 часа ночи. Да. Поэтому, когда в Питере говорят о белых ночах, мне, честно говоря, смешно. Это не те, нет, это полярный день пытаются выдать за белую ночь. Это подмена понятий. А там это действительно великолепно. И вот мы на этом цундапе там рассекали. То есть удовольствия, воспоминаний очень много. Ну, я тебе скажу, что я тоже купался в Белом море, когда вода была плюс 6. Вот. И освежает она замечательно, бодрит она очень хорошо. Ну, правда, снятие чего-либо такого я не успел почувствовать, потому что я просто нырнул, выскочил на берег. Ощущения были приятные. Вот эти приятные ощущения, я хотел бы, чтобы ими прониклись и те, кто все-таки нас досмотрел до конца. Ну, дорогие наши зрители, я всем очень рекомендую прочитать вот эту книжку. Там очень много красочных иллюстраций, много всего интересного. Я думаю, что читая ее, вы сможете погрузиться в этот замечательный... Поглумиться. Нет, погрузиться в этот замечательный мир, очень интересный мир Соловецких островов. И вам наверняка захочется туда съездить. Мне уже захотелось. Да. Так, а что с конкурсом? Ну, а теперь, внимание, конкурс. Лень, я придумал для твоей книжки, очень разыгрываем мы книжку «Рельсы Соловецких островов», чтобы всем было понятно. Вот, я придумал один интересный вопрос к знатокам узкоколей, как ты думаешь. Он, конечно, не связан с Соловками, но пойдет. Вопрос следующий. Что означает железнодорожный узкоколейный знак в виде черного треугольника, в котором внутри расположен белый кружок? Кто первый ответит на этот вопрос в комментариях, тот получит книгу Леонида Москалева «Рельсы Соловецких островов». А родственники любителей железных дорог могут участвовать? Да я думаю, все могут участвовать. Просто этот знак, он достаточно, он был в инструкции, но в связи с тем, что узкоколейных дорог, как бы активно действующих, у нас нет уже очень давно, он не применяется, наверное, лет 20. Честно говоря, что обозначает этот знак, я не знаю. Спасибо тебе за интервью, а главное, спасибо за написание вот такой вот прекрасной, интересной книги. На самом деле, самому было очень интересно.